Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы. Меня все это так волнует, ведь в этом мире я и ты. В избытке сил обновления, познавшая радость и любовь, в простом ты видишь все творение и к жизни новой вновь готов. 29 июля. День Афиногена, назван в честь страданий святого священномученика Афиногена и 10 учеников его. У святого Афиногена в уединенном месте был маленький монастырь, где он жил с 10 учениками своими в посте и молитвах. Мученики забрали его учеников, он в это время отсутствовал, и повели на мучение. Афиноген, узнав об этом, пошел следом. За отказ принести жертву языческим богам стали жестоко пытать. Он стойко выдержал пытки, слышал с неба голос. Начиная с этого дня становилось прохладнее и днем, и ночью. День повернуло к осени, и больше сильной жары не будет. В этот день крестьяне выходили на первый покос, отправлялись целыми семьями, а после работы пели песни. Впереди обычно шел хозяин вместе со снопом, а уже за ним шли работники. Первый сжатый сноп крестьяне ставили в красный угол, где находятся иконы. Считалось, что зерно будет целебным и использовали для лечения болезней. Вообще уважительное отношение к зерну обеспечит получение богатого урожая. Несколько несжатых колосьев оставляли в поле. Они предназначались Богу плодородия в качестве жертвы. Приметы. Густой туман к грибному году. Полевые мыши сегодня едят посевы к длинной и морозной зиме. Сегодня идет дождь к хорошему урожаю хлеба. Козьма Прутков говорил: «Зри в корень». Сегодняшнюю программу я посвящаю полезным корням. В меню у нас сегодня корень петрушки. Видите, какой он корень петрушки? Корень сельдерея еще больше, а также репа. А в гостях у нас Таня Ларич. Здравствуйте. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Я вам скажу, Таня, что... Таня, она больше ягодка, это я корешок, она... Ну вот я вам как ягодка скажу, что, да, конечно, сельдерей – это то, что встречается у меня в домашнем меню. Про репу я слышала, но я думаю, любой человек, знающий сказки, имеющий, ну, хоть кого-нибудь из детства, да, кто читал ему эти сказки, конечно, помнит про эту репу, которую мы тянем-потянем, вытянуть не можем. А вот про корень петрушки… Я слышу впервые от вас, хотя, в общем-то, наверное, это логично, что у петрушки есть корень, да. Но для меня это новость. Новость. Оказывается, мы действительно все привыкли к тому, что петрушка есть у нас листовая, да. Но откуда она растет? А растет она с корня. Она как морковка получается. Да, она, это, можно еще назвать ее, вообще ее называют белым корнем, и в отличие от морковки, вот она вот. Просто беленькая. А знаете, я еще обращала внимание, дайте я посмотрю, что у вас тут с петрушкой. Ага, вот типичная зелень, да? То есть стебель и все, и он отрезан. А я иногда на рынке покупаю с таким маленьким корешочком. И когда вы мне сказали, что у нас в меню корень петрушки, я подумала, что это вот такой маленький корешочек, который я иногда вижу на рынках. Дело в том, что когда сажают петрушку семенами, она действительно начинает прорастать. Еще есть и семена петрушки, они, кстати, тоже очень полезны, что важно понимать. То этот маленький корешок, укореняясь, вырастает вот таким вот здоровым корнем. Слушайте, а очень пахучий он. Пахучий, да, действительно. А давайте чуть-чуть отрежем и услышим, отрежь, какие там у нас эфирные масла. Да. Яркие они, потому что у сельдерея, конечно, очень яркий. Кстати, вкус его сладковатый. Много различных эфирных масел, за счет чего он оказывает свое специфическое действие. У сельдерея тоже они целые. Похожи. Они похожи. Но этот как-то... Они похожи, действительно. Потоньше, что ли. Вот этот сельдерей, он как будто бы поэлегантнее. А у петрушки аромат похож на сельдерей, но более такой брутальный, более мужской. Но они и внешне, в общем-то, и теперь, когда мы говорим о сельдерее и петрушке, белом корне, важно отметить следующее, что корень петрушки, вообще петрушка – это очень сильное растение, поэтому в большом количестве ее использовать ни в коем случае не надо. Вот. Особенно беременным женщинам возможен выкидыш, срыв.
Вот. Поэтому петрушечку едят в меру, добавляют там супы, хорошо использовать ее также как приправу к различным блюдам, особенно к мясным, она тогда смягчает их, делает более вкусными. Вот. И важное свойство заключается в том, что как в петрушке, в зелени, кстати, вот в зелени она зеленая, значит, здесь больше хлорофилла. Из хлорофилла у нас вырабатывается кровь, формируется. А здесь, естественно, хлорофилла у нас мало, зато много солей калия, кальция, магния, фосфора, железа, каротина, витаминов там С, П и прочее, прочее, прочее. Да? Даже есть витамин В1, В2. Так вот, важно отметить следующее, что в основном много солей калия. Калий что делает у нас? Я вам сейчас отвечу. Биологически активный калий. Калий, по-моему, влияет на работу сердца. Калий влияет и на работу сердца, и влияет на работу почек, и он активно гонит из организма воду. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!